Всем привет! Сегодня речь опять пойдет о подражающих вот этих дефектовочных экранчиках. Вот. Есть они прозрачные, в данном случае вот эти вот два непрозрачные. Максим, это видео специально для тебя. Ты пишешь, как делаете, как чего. Ну, для начала начнем с того, что берется оргстекло, толщина там миллиметр-полтора. Какое найдешь. Вот. Вырезается по размеру, в данном случае по размеру моей лампочки. Вот она лампочка, на нее наделаны экранчики, вот, чтобы экранчик четко подходил. Вот, кстати, тоже еще один вариант. Он ставится, я прям приклеиваю, чтобы пользоваться одновременно. И линиями, и лампой. Ну, речь не об этом. Идешь в рекламный комбинат, или как там он у вас называется. Вот. Берешь пленку, в данном случае вот желтенькая пленочка обыкновенная, аракал она называется. Вот черная и белая. Вот это для переноса вот этих полосок. Сейчас я постараюсь снять. Заказываешь по размеру. Тебе нарезают на плоттере, в данном случае вот черную и белую, и переносишь, видео уже об этом есть. И получаются вот такие экранчики, то что вы закажете по эскизу, то у вас в итоге получится. Хочешь такой, хочешь такой, вот, неважно. В данном случае я его сделал, вот он непрозрачный. Хотя вот здесь видно, на просвет обыкновенное оргстекло, вот здесь оно с краю, оно прозрачное. То есть, если надо, это будет непрозрачный, если надо, это будет светопрозрачный. То есть, тут на вкус и цвет подбирайте сами, что вам лучше. Вот, в данном случае, вот первый экран, который я делал сам. Здесь вот криво, косо, как бы, в принципе, это ни на что не влияет. Вот, но все равно эстетически некрасиво. Я решил сделать это уже, так сказать, способом таким промышленным, где все четко. Вот, допустим, взять экранчик, который вот наклеен был. Клеится пленка, вот, в данном случае белая, на оргстекло, и клеятся вот эти полоски, переносятся с помощью вот этой так называемой монтажки. Вот. Здесь я просто-напросто обклеил, это первый опыт был, обклеил желтой вот такой пленочкой, вот, с внутренней стороны, снаружи приклеил черную пленку, так же как и здесь, потом ее наклеил скотч с одной стороны, скотч с другой стороны, разметил промежутки и, как видно, криво порезал. Не стоит того, там цена вот этих экранчиков копеечная выходит. Тем более, что их надо не миллионы маленькую тележку, там один, два, ну три, кому сколько надо. Можно разных модификаций наделать. Вот, собственно, никакого секрета нету. Да как я и всем говорю, что у меня ни от кого секрета нет. Все, что я знаю, все, что я умею, я готов этим поделиться. В свое время у меня такой возможности не было у кого-то спросить. Все ныкались, никто ничего не рассказывал, пришлось доходить своим умом. Теперь я имею такую возможность поделиться с людьми тем, что я знаю и умею. Вот так. Если еще какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь на них ответить. Все, всем удачи, пока-пока. Ставьте лайки, пишите. Буду помогать по возможности.